Европейский зонд Гюйгенс добрался до Сатурна с космическим аппаратом НАСА Кассини. Его миссия – исследовать туманный спутник Сатурна Титан. 14 января 2005 года Гюйгенс коснулся поверхности спутника. Камеры зонда запечатлели 2,5-часовой спуск. Туман спутника начал проясняться примерно в 70 километрах над поверхностью. Приоткрывая яркие высокие горы из крепкого льда и темные низины, напоминающие сухое озерное дно. Ученые не ожидали увидеть темную разветвленную структуру каналов, указывающую на то, что когда-то по поверхности текли метановые реки. Исследователи считали, что на Титане существует океан жидких углеводородов, поэтому Гюйгенс разрабатывался и для того, чтобы плавать. Позже Кассини показал нам, что крупные озера и моря находятся ближе к полюсам. Гюйгенс очутился в пойме у пород изо льда. И даже мельком заметил тень своего парашюта. Посадка Гюйгенс на Титан стала важным этапом исследования нашей Солнечной системы. Ни один космический аппарат не совершал более далекой от Солнца посадки. Не забывайте подписываться, ставить лайки и делиться видео с друзьями. Спасибо!